Труп женщины найден на территории горнолыжного центра в Челябинской области. Предположительно, она выпала с балкона на втором этаже заведения. По предварительным данным, погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в следственном отделе МИАСа, это несчастный случай. Инцидент произошел ночью во время празднования свадьбы. Погибшая была гостьей. Упав со второго этажа, получила травмы, несовместимые с жизнью. Также в МИАСе погибла 8-летняя девочка. Она выпала из окна. Школьница сорвалась с высоты 5-го этажа. По предварительным данным, облокотившись на москитную сетку. Девочку госпитализировали, но она скончалась в реанимации. Теперь следователи выясняют, почему за ней не досмотрели родители.